Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы опять хотим поделиться с вами последними новостями и сплетнями из жизни латинских звезд. Начнем с нашего бедолаги Уильяма Леви. Парень просто собрание сочинений. Магнит для несчастья. На этот раз его оштрафовали на 1,5 миллиона песо за то, что он покинул съемочную площадку. Мы уже рассказывали вам в предыдущем выпуске о причине столь оригинального поступка со стороны Уильяма. А вот теперь наступили последствия. Сам он объясняет свой демарш тем, что в его контракте есть строка о том, что членам его семьи разрешено посещать его съемочную площадку. Он же снимается как подорванный по 15 часов в сутки и практически не видел свою семью 4 месяца. А когда его родственник пытался к нему прийти, его не пустили. Какое безобразие произвол вообще? Продюсер Никандротис вставил свои 5 копеек и подтвердил, что таки да, в Леви есть такая строка в контракте. Правда, возникает вопрос, каким здесь боком Никандр? Сальвадор Мехи, наверное, лучше знает, что есть в контракте его актера, а чего там нету. Ну, хотя это известная вещь, продюсеры на телевизоре всегда готовы подставить друг другу ножку. Что уж говорить о Никандр. Когда родная Чевина жена Натали Лартелью при свидетелях кричала «Мы сделали чау», когда ее новелла «Море любви» с Зурией Вега и Марио Симара превзошла по рейтингам «Триумф любви», который продюсировал Мехия. А сейчас вообще безмерно счастлива. Ее 4-часовая новелла имеет рейтинги выше, чем все прайм-таймовые вместе взятые. Интересно, во что выльется этот скандал? Не убьют ли герои Леви к чертям, как уже сделали с другими проштрафившимися актерами? Так, героиня Луси и Мендес в сериале «Ванесса» была убита продюсером Валентином Пимштейном. А героиня Сара Мальдонадо в сериале «Гроза в раю» была унасекомлена продюсером Хуаном Осорио. Другая новость на $100. Кармен Салинас выгнала своего дома Марию Селесту Фернандес. Это та самая девушка, которая пыталась отравить Габи Спаник, ну и до кучи всю ее семью. Кармен с шумом и треском в прессе приютила несчастную жертву Спаник у себя дома и даже пообещала сделать из девицы актрису. И вот, нате вам, выперла на улицу. Что уж там случилось, можно только гадать. Может быть, Мария Селеста пыталась и Карменситу притравить. А может, Карменсита поняла, что на Спаник эта показательная благотворительность не действует. И что тогда стараться? Ну, а теперь новости из Аргентины. Селеста Сид публично возмутилась работой журналистов издания «Пронто». На обложке они напечатали фото актрисы с ее другом Чана и написали, что она переезжает к нему, но хочет жить и со своим сыном. Подтекст таков, что Селеста живет отдельно от своего ребенка, поэтому она возмутилась и написала в Твиттере, что она живет со своим 8-летним сыном со дня его рождения, и что журналистам лучше надо делать свою работу, а не писать там всякую фигню. Последняя новость довольно приятная. Ева Мендес и Райан Гослин женятся. Они встречаются уже год, и Райан наконец созрел сделать Еве предложение. Очень хорошо. Мы за любую движуху, лишь бы был повод попраздновать. На сегодня все. Ждем вас в наших следующих выпусках. Новости не заставят себя долго ждать. Всем пока!